уведомлению, что через 30 минут на канале «Школьные гангстеры» начинается стрим. Супер! Наш первый стрим! А мы точно готовы? Опозориться не хочется. С чего? Делаем все, как планировали. Я показываю карточные фокусы, Лерка передразнивает учителей. Ты в течение часа живешь в Минске. Да, это будет бомба. Вся школа будет смотреть. Надеюсь. Стоп, мы кое-что забыли. Да нет, вот, чай. Сразу попозже принесла. Да какой чай? Мы забыли ссылку оставить, чтобы нам донат кидали. Главное, чтобы тухлые помидоры не кидали. Думаешь, нам денег пришлют? Ну реально, а могут же. Только где нам карту взять? Эй, гангстеры, что вы тут опять задумали? У нас скоро стрим начинается. Ваш стрёмный стрим? Я вообще-то уроки делаю. Да мы тихо, Антох. Знаю, как тихо. Вот в прошлый раз Маша как резаная орала. Это мы видос про муравьиную ферму снимали. Ей муравьи за шиворот залезли. Сейчас такого точно не будет. Посмотрим. Значит, вам моя карта нужна. Ну да, тогда сможем бабло поднять. Ну а кто вам балбесам будет донатить? На 100 пудов весь класс будет смотреть. Может и бэшки, и бэшки. Да фиг его знает. Ну, не бесплатно же. 10%. Мои 50. Нифига себе грабеж. Ладно, как хотите. Стоп! Давайте честно, делим на четверых. Ну, Антох, давай, а? Мы пиццу закажем, скинемся. В любом случае, ты в плюсе. Ладно, уговорили. Сейчас принесу. Заказываю большую пепперони. Надо начинать. Ох, как страшно-то. Всем привет. Буэнос диас. Конничива. Тема нашего стрима – как интересно проводить свободное время. Все, всем пока. Hasta la vista. Sayonara. Фух. Больше часа продержались. Комменты вроде есть хорошие. А бабла, походу, нет. Перевели. А я что говорил? Круто, сколько? Вот, смотрите. 180 тысяч. Мы богаты! Это сон? Это сон! Надо до банкомата метнуться. Ага. Надо в банк. Сумма не маленькая. Да у нас тут все рядом. Все, я побежал. Ты как помнишь? Помню, помню. Нифига, Антоха ломанулся. Сейчас мигом вернется с бабой. До сих пор не верится. Это поскольку каждому выйдет? Двоечница по 45 тысяч. Сань, ты что себе купишь? Я, блин, да дофига чего. Я обновлю гардероб. Точно хватит. А я драгоценности куплю. Настоящие. А я хочу электросамокат. Ну или сегвей. Блин, надо цены глянуть. Наконец-то. Снял? Да, конечно. Вот, ваша доля.
Девите. Подождите вы. Погодите, давайте просто посчитаем. На три разделим. Понятно, что по 45. Я 8 уже взяла. Стоп, верни. С чего это? Просто разложим на три стопки. Вот. Тебе, мне, Сане. Тебе, мне, Сане. Все. Как все? Мало как-то. Всего по 16. Должно быть по 45. Ты что, это себе купил? Ага, самый навороченный. А мы? Ну, всем бы не хватило. Хоть за меня порадуйтесь. Значит, это я ради твоего айфона чуть челюсть тебе не вывихнула. Молись, Бог. Отвалите, это же моя карта. А бабло наше. Что, мелкота? Помогите. На тебе. Это сон, это сон. Вообще зашибись. Прямо каюсь, что вас не верю. Это только начало. Ребят, как-то это подозрительно. Ты о чем? Кто нам мог столько отправить? Да это уже не важно. Главное, теперь это наши бабосики. А если это так террористы грязные деньги отмывают? Да какие террористы? Вас же мелюзга смотрела. Это точно неизвестно. Да это поди Ашот Карапетян закинул. У него папа богат. Да он нас терпеть не может. Надо в полицию звонить. Как-то это мне перестало нравиться. Карта-то моя. Успокойтесь, не надо никуда звонить. Может, они нас вычислили и уже идут сюда? Надо открывать. Не надо! Сань, так, сидите здесь, Сань, пошли. Да, безналичный. Все. Спасибо. Мы богаты! Это сон! Это сон! Этот перевод сделал кто-то явно по ошибке. Почему это? Да, мы же топчики. Сейчас платеж по-любому отменят. Блин, надо что-то делать. Быстро снять деньги в банкомате. Быстро не получится. Надо перевести на другую карту. Кому? Родителям? Как мы им это объясним? Родителям нельзя. Надо что-то купить. Быстро. Кольцо с бриллиантом. Какое кольцо? Лучше квадроцикл. Надо, чтобы было всем полезно. Путевки на море. На 4 не хватит. Да и кто их нам продаст? Можно путевки в лагерь? Вот, я вчера смотрела. Тоже норм. Антоха, заказывай скорее. Все, 4 путевки на 2-й сезон куплены. Халява прилетела. Ура! Завтра снова стрельну. Обязательно. Ну, все, деньги списались. Ого, 7 пропущенных от папы и сообщения. Он же на работе. Может, что-то срочное? Прочитай. Сынок, я машину продаю. Моя карта оказалась заблокирована. Покупатель перевел на твою карту задаток. Проверь. Капец. Звонит. Единственный шанс скрыться на Северном полюсе.